Сейчас разговор о суше. Прошу. Ну что ж, я вас поздравляю. Ваша сыпь – это псевдоаллергическая реакция. Типичное проявление клинического гельминтоза. По-человечески можно? У вас глисты. У меня глисты? Ну, не у меня же. Хотя, может быть, и у меня есть. Надо проверить. Да откуда у меня глисты? Ну, причины могут быть самые разнообразные. Гигиена. Гигиена. Контакты с почвой. Возможно, вы любите употреблять в пищу сырую рыбу. Суши любите? Угу. Кристина, ты знаешь, я действительно неплохо готовлю. Очень вкусные роллы. Хочешь? Иди сюда, съешь меня, съешь. Я хочу к своим родственникам. И меня, пожалуйста. Меня, да.